Таня Челлер. Нет, реально. Я думала, ты репетировать зовешь. Нет. Это что у тебя такое? Короче, давайте поиграем в «Угадай Китай». Угадай Китай? Это... Угадай Китай? Нет. Это надо друг другу в руки подбрасывать какие-нибудь вещи. Ну, давай закинем. Какие-нибудь вещи, Сари. А чего? Ореша. Человек, которому это дает, должен быть с ним. Еще Амал участвует, да? Мы сейчас еще не можем. Мы сейчас в одной лекции не будем. Снимайте меня. Хорошо. Ну да, со спины ты только. Варя! А что с тобой? У тебя клык в носу. Это этот как его? Хобот. Не хобот, а этот. А вы мне должны что-то дать. Бивень. Подожди, я не поняла. Давай. Смотри, вы должны мне что-то дать в руки, а я должна угадать, что это. Давай, я тебе... Сейчас. Она будет участвовать или нет? Дай я тебе нормально. Мармелад! Она будет участвовать или нет? Да все будут, что ты переживаешь? Спрашиваешь. Маша, где я записываю? Она уже снимает. Чего вы там записываете? Джопади в чем самая большая? Это она тут написала левой рукой. Идем через лес все, Туси, идем. Куда идем? Лес. Это все я писала, кроме того, будем Сейчас. Они сейчас будут играть в Китай какой-то. Вераник. Ариана, кто такой Вераник? Веракта, это Веракта. Веракта. Давайте. Ну кто дальше, Варя? Вероник. Можно мне? Я забыла А написать. Вероник. А что нормально? Вероник.